Государственный контролер Израиля представил сегодня отчет о деятельности министерства и ведомств. В документе содержится оценка эффективности правительства по целому ряду направлений. Наиболее интересной нам показалась глава о пропаганде. Госконтролер критикует власть за неэффективное противостояние антиизраильским движениям. Еврейское государство проигрывает борьбу с международным движением BDS, призывающим к бойкоту Израиля, говорится в отчете Йосефа Шапира. И связано это с конфликтом между министерствами иностранных дел с одной стороны и стратегического планирования с другой. Военно-политический кабинет в октябре 2015 года постановил, что контрпропагандой должно заниматься министерство по стратегическим вопросам. Однако у этого ведомства нет ресурсов, которые имеются у МИДа, утверждает госконтролер, и поэтому Израиль проигрывает палестинцев в борьбе за мировое общественное мнение.